Доброго времени суток, друзья, с вами Аив. Ну и мы с вами продолжаем проходить такую игру, как Beyond Two Souls, или же За гранью две души. И мы теперь с вами в роли бездомного человечка. Да, проблема на проблеме. У нас с вами. Пойдемте. Правда, непонятно, куда нам идти надо. Ну ладно. Шторхауэрс. А, нам сюда? Кому она собралась звонить? Алло. Алло. Нейтан. Нейтан. Джоди. Джоди. Джоди, где ты? Джоди, где ты? Они здесь. Они здесь. Они вернулись. Они вернулись. Боже, Джоди, что Боже, с тобой? Джоди, что с тобой? Я устала. Я устала. Так устала. Так устала. Я больше не могу. Я больше не могу. Скажи, где Скажи, ты? Где ты? Я приеду сейчас. Я приеду сейчас же, Джоди. Джоди! Джоди. Да. Серьезно, друзья мои, серьезно. Ну, пойдемте дальше. Самые низкие цены в городе. Шикарно. Опа. Нам только этого не хватает. Тала. Так. Тихо. Эй, что это было? Они трогают нашу Джоди. Это нельзя делать. И ему вообще пофиг, что у него на земле человек лежит. Я офигеваю. Друзья мои, я просто офигеваю. Да неужели? Нас увидели. Джоди, нет. Давай. Пей. Эй. Эй. Я уже думал, ты не оклемаешься. Я уже думал, ты не оклемаешься, ну да, но мы оклемались. Где я? Ты у меня дома. Не дворец, а дом. Тихо. Да. Я нашел тебя на улице полумертвую. Да, пару дней назад. Ты меня выхаживал? Да ладно, перестань. Не бросать же тебя. Подыхать, как бездомную собаку. Я Стэн. Стэн. А ты кто? Джоди. Ну тогда добро пожаловать, Джоди. Хорошо, когда есть с кем поболтать. Да.
Кофе? Крепкий, вкус дерьмовый. Зато согреешься. Горячо. Да, друзья. И давно ты на улице? Встать, солгать, сказать правду. Сказать правду. Пару недель. Пару недель. Где-то так. Где-то так. Я уже года три. Три года. Да. Ага. Столько раз думал вот-вот. Загнусь. Или крыша поедет. Но ко всему привыкаешь. Даже к такому. Убежала? От предков? От парня своего угадал? Ну, здесь мы с вами сделаем. Мой парень хотел меня убить. Вот и пришлось убежать. Очень тебя понимаю. Лучше жить на улице, чем с парнем, который распускает руки. Тебе есть куда пойти? Семья? Ну, друзья, да. Кто-то? Так. Уклониться? Я не хочу об этом говорить. Ты права, прости. Лезу не в свое дело. Так. Можешь остаться здесь. Добра немного, но... Что мое, то твое. Ага. Ну что, друзья, я так понимаю, это их такое своеобразное помещение. Так. Понятно. Впрочем, ничего удивительного. Оба-на! С воскрешением! Аллилуйя! Славься, Боже! Добро пожаловать во дворец, миледи! Ух, как нас радостно встречают-то. Я бы не сказал, что это дворец. Ну ладно. Вот так вот. Так. Ну пока с нами никто не хочет говорить. Может быть, хоть она? Привет. Привет. Так. Мягкая игрушка. Хорошо, я так понимаю, нам надо поговорить с нашим Стэном. Стэн. Так, остальные. А кто остальные? Вон там, видишь, Волтер? Он любитель выпить, но мужик хороший однозначно. А это Джимми. Когда у чувака ломка, лучше держись подальше. А она суббота, беременна. Ох. Ее жалко. Так, помощь. Зачем ты мне помог? Ты бы замерзла насмерть. Ну да. Я мог помочь тебе и помог. Чего тут такого? Спасибо. Спасибо, Стэн. Ладно. Так.
довериться, встать. Ну что? Теперь, когда мы более-менее знаем, кто они, мы с ними сможем поговорить? Ну, видно, нет. Так. Хороший нож. Нет. Да ладно. Тебя только что спасли. Зачем? На тебя человек потратил пару дней своей жизни, чтобы спасти тебя. Делать такое глупое решение. Принимать. Так. Вернуть. Что-то нас с вами активно тянет как-то на суицид. Ну ладно. У нас еда кончилась. Надо что-то делать. Ну пойдемте ее добывать. Ты хочешь поучаствовать? Да. Конечно, мы поучаствуем в этом деле. Вопрос только в том, что он хочет и как он хочет получить еду. Наберем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. Давай здесь. 5 баксов? В холода обычно больше подают. Да. Доллар. Много времени на это уйдет. Трудно сказать, это уж как повезет. Может, пару часов, может, неделю. Жесть. Как же холодно. Есть хочется. Придется немного потерпеть, ничего не поделать. Отвлекись на что-нибудь. Эй, Стэн. Я думаю, нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Да. Я пойду вон туда. Будь осторожна. Пойдемте. Во что превратился этот город? Ты новости смотришь? Если не в курсе, в стране кризис. Ну, это заметно. Какой-то странно подаст. Я не ела. У вас... У вас есть... Хоть что-нибудь? Вали! Бродяг не пускаем. Уйти. Но пусть не пускают бродяг. Эй, детка, не хочешь подзаработать? Есть предложение. Нет. Что надо делать? Я могу тебя порадовать в обмен на услугу.
дам 10 баксов, если пойдешь со мной. Я не настолько отчаялась. Подави свои десяткой. 10 баксов. Да. Твоя гитара? Ну да. Я себе чуть все пальцы не отморозил на таком-то холоде. Хочешь сыграть? Попробуй. Ну, давайте попробуем сыграть. Я не против попробовать. Может, что и получится у нас с вами. Это дело мы с вами. Да. Тоже потемнело. Надо же. Спасибо. Ну вот. Надо глянуть, как там Стэн. Пойдемте. Набрал. Мало. А ты? Джоди, откуда столько денег? Нашла. Там был парень с гитарой. Я умею играть. Ну и заработала. Вау. Офигеть, пятак. Слушай, круто. Мы теперь богачи, да? Жди здесь, я пойду за едой. 15 баксов. Шикарно, друзья, на самом-то деле. Только нам сейчас главное не замерзнуть, пока мы будем его ждать. Так. Отошли от него. Ну вот дела. Самое время показать наши навыки. У бомжата нашего есть подружка. Снимай это, пусть все видят, что мы делаем с опустившимися. Сейчас
сейчас посмотрим, что с тобой сделает эта опустившаяся сука, по твоему мнению. Так. Вот это уже не дело. А у кого это теперь бита-то? Бля! Чёрт. Она больная! Увидимся, сука. Ну её! Увидимся, увидимся. Круто ты их. Я в армии научилась. Да, но их было четверо, а ты одна. Они дебилы. Да. Драться не умеют. Тоже верно. Пойдём. Надо ещё вернуться. Ладно. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Ребята, налетайте. Давай, Джоди, угощайся. Эй, есть даже шоколад на десерт. Вау. Шоколад? Я даже не помню, какой на вкус. Что это с тобой, Стэн? Подрался. Если бы не Джоди, мне конец. Вы бы видели. Их было четверо. И она их всех уложила. Ну, их так-то было трое. Один просто был с камерой. И все. Так, Олтер. Уолтер. Олтер. А ты здесь почему? А ты здесь почему? Я работал учителем. Не смог выплатить долги по кредитам. Потерял дом, работу, всех друзей. И вот я перед вами. Ну, не всех друзей он потерял, однако. А ты скоро тебе рожать? Через месяц. Ребенок что-то давно не шевелится. Я уже волнуюсь. Ее парень избивал. Не хотел ребенка. Он бы ее убил. Девочка будет. Хорошо. Джимми. Джимми? А что с тобой? Холодно. Я так замерз. Ломка. Наркота. Лагерь. Давно вы тут живете? Я пришел сюда полгода назад. Встретил Уолтера, потом Джимми. А суббота с нами сколько? Недели три? Ну а ты, Джоди? Мы так о тебе ничего и не знаем. Как ты оказалась на улице? А, да, сложно. Я делала ужасные вещи. Потом поняла, что меня используют. Дело в том, это звучит странно, понимаю. Я не такая, как все. И я всю жизнь из-за этого мучаюсь. В смысле не такая, как все? Я не понял. Неважно. Да уже неважно. Не стоит, я думаю, об этом говорить. Пока что. Раньше времени.
Хорошо. Нам предлагают завалиться в кроватку. Парню худо совсем. Да. Суббота. Хочешь узнать, как твой ребенок? Дай мне руки. Можешь не волноваться. Все в порядке. Но откуда ты знаешь? Знаю. Я видела. Шикарно, друзья. Шикарно. Пойду-ка я выпью на сон грядущий. Такая себе идея. Спасибо за угощение. Пойду прилягу. Спокойной ночи. До завтра. Главное, чтоб нам ночью не пришла беда. Так. Суббота? У тебя... У нее начались схватки. Нужна скорая. Нужно срочно ехать в больницу. Нет. Нет. Нет, не в больницу. Я не хочу. Они заберут моего ребенка. Господи, боже мой. У нас же ничего нет. Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды. Сама подумай. Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся. Так, Джимми. Тут рядом заброшенный дом. Знаешь, проберись внутрь. Я побежал. Давай. Уолтер, сиди тут, присматривай за субботой. Джоди, идем. Раздобудем все, что нужно. Да. Суббота? Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? Я постараюсь. Но лучше бы вам поторопиться. Да. Друзья мои, хорошо. Нам нужно поторопиться. Определенно. Джоди, быстрей! Так. Что мы будем делать? Искать врача? Нет. Магазин. Все равно нет денег, чтобы заплатить. Да. И что мы будем делать? Слушай, я хочу дать ребенку шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ему нужно тепло, и подгузники, и бутылочка, и нормальная одежда, и все остальное. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Какие идеи у тебя? Магазин. Никаких. Придумаем что-нибудь. Там есть все, что нужно. Надо только открыть. Зараза! Ну не может быть. Должен быть способ. Я открою. А? Как? Как откроешь? Увидишь. Так. Айден в деле. Так, что у нас тут? Ну, пихать, наверное, бессмысленно. Там должна быть кнопка, открывающая дверь. Окей. Так. Знаете что, давайте мы с вами прямо сразу вот это дело уберем. Все, вырубил. Кнопка.
Вот она. Надо найти кнопку, чтобы открыть дверь. Вот наша кнопочка. Так, камеры нет. Как тебе это удалось? Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Хорошо, камеры нет. Нас не спалят. Взял все, что смог. Ладно, пора валить отсюда. Да. А вот и вы. Быстрее. Вода отошли. Ты смог забраться в этот дом? Да, да. С ней там Уолтер. Надо торопиться. Пойдемте. Я думаю, прибирать улики даже смысла нет. Потому что улик-то никаких и нет, за исключением открытого магазина. Камеру мы сами убрали. Так. Хорошо. Пойдемте быстрее. Сюда. Слава богу. Начинается, я думал, не успеете. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Все уйдите! Кроме Джоди. Пусть Джоди останется. О, друзья. Вот это сейчас будет сложно. Ну ладно. Ты понимаешь, что для меня это все в первый раз? Для меня тоже. Просто не хочу, чтобы они видели, как я корячусь, твою мать! Ладно, не волнуйся. Мы разберемся, что надо делать. Мы разберемся. Чего тут сложного может быть? Так, давай помогу снять. Окей. Вот. Ножницы, пеленочки. Я застелю матрас. Держись. Ладно, сейчас родим. Так, тушься. Давай, тушься! Тушься! Уже почти все, слышишь? Подбодрить. Все нормально, слышишь? Все идет очень хорошо, правда? Дыши, слышишь? Давай, суббота, дыши ровно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я дышу! Дышу, я дышу! Я ее вижу! Вижу головку! Чуть-чуть осталось! Тушься! Тушься! Жесть, где? Ты справилась? Повинна. Перережем попали. Девочка. Так.
Хорошо. Вот это да, друзья, это, конечно, жесть. Вот такие вот в домашних условиях роды. Нам с тобой пришлось нелегко, но мы справились. Ты и я. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Я позову всех. Но для начала ее подеть? А, мы ее накрыли, хорошо. Ух ты, такая кроха. Девочка, моя Зои. Охренеть, хороша чертовка. Эй, следи за языком, Болтер. Она уже все понимает. Она не то что хороша. Она просто богиня. Куда бы мы без вас? И Джоди. Чудо, Джуди. Наше чудо. Ну, все хорошо, друзья. Все действительно хорошо. Что? Как? Быстрее, 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 быстрее. Стэн! А? Стэн, проснись! Что? Господи! Где остальные? Уолтер на этом этаже. Джимми, Суббота и Зоя наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, нет, я с тобой. Нет, нет, я сама справлюсь. Так, друзья. Но... Иди отсюда, сказала! Нам с вами надо наверх. А, так, это первое. Так. Айден, выбивай дверь! Окей. Суббота! Суббота и ребенок! Они наверху! Надо окей, вытащить окей, их, окей, пока окей. Тут все не сгорело! Пойдемте. Неужели это сделали они? Так, где они? Ужесть, друзья мои, просто жесть. Так, хорошо. Джимми. Давай, Джимми, прыгай! Прыгай! Нет! Нет, я не смогу! Сможешь! Я не смогу! Сможешь! Давай, прыгай! Раз не хочет, придется заставить. Окей. Так. В чем дело? Быстро! На выход! Малышка! Спасай малышку!
Та дверь! Окей, пойдемте. Может быть другой путь? Давайте. Аккуратно. Аккуратно. Жесть, просто. Просто жесть, друзья, просто жесть. Какая-то нереальная происходит сейчас. Тут решетка металлическая. Так. Окей, окей. Вот это хорошо. Джоди, живы, давайте скорее. Быстрее, 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 быстрее. Там уже снизу все прогорело. Так, что нам делать? Понял. Шикарно. Застряли! Застряли! О, черт! Пойдемте. Спускаемся быстро. Что ты встала? Уходи отсюда. Мы с вами с окна. Так, пойдем, 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 пойдем. Нам не сюда, окей. Вариантов. Жесть. Так. Тут все горит. О, черт. Просто жесть. Вот он наш проход на улицу. О, а прыгать-то не близко. Тут без вариантов. Да, все хорошо. Боже мой, ты жива! Не знаю, как ты это сделала, но это просто класс! А где же те мрази? Как Зои? Хорошо. Все хорошо. Чего пожар-то начался? На! Красота! Че так бензина, зажигалка, тараканы побежали с гнезда. Ненавижу хэппи-энды. Я сказал, увидимся. Эй, 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 не тронься её! Тараканы! Теперь уже не такая крутая. Нет! Нет! Ты снял, Эд? Да, крупным планом. Ладно, парни, сваливаем. Уроды! Пипец. Серьезно? Она не дышит. Она не дышит!
Господи! Кислород! Давай кислород! Нет, еще не умирай. Не умирай! Она же не умрет, доктор. Не умрет. Фу, пипец, друзья, просто. Мы с вами сделали все. Ты где? Как настроение, Джоди? Хорошо? Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Сказал мне, хватит быть. Мы теряем время. Шато Марго, 2000 пешков. Продавец сказал больше. Ты будь осторожен. Ребята, это Джоди. Она не лезь, пожалуйста. Здесь пишем. Он не должен родиться в ключевую сторону под мостом. Скажи. Ты чё, ты чё? Существам. Я умерла. Женщина. Зачем ты это показал? Это мама? Не похоже очень. Будущее? Айден? Так. Нет! 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 Не хочу назад! Как часто ты со мной, Айден? Айден! Больница. Фотография. Айден? Ну зачем? Я не хотела назад. Да, друзья. Пренебрежительно оторвем. Пойдемте. Ой.
Ой-ой, друзья. Я тут нашел работу, снял квартирку. У меня все хорошо. Мы скучаем. Очень сильно. Вау. Их жизнь кардинально поменялась. Ну, а тут, конечно же, пусто. Фотография. Этих подонков выдал запах бензина от одежды. Их схватили той же ночью. Представляешь? Мрази. Да. А это мы. Вместе. Теперь всегда будем рядом. Да, друзья. Как сильно может поменяться жизнь после одного момента? Здесь мы ничего не можем посмотреть. Да, это она. Сотрясение, травма черепа. Уже несколько месяцев в коме. Можно к ней? Я не знаю, вы из родных? Мы из ЦРУ. Она обвиняется в измене. Хотите, покажем вам ордер на ее арест? Понял. Пойдемте. У нас проблемы, друзья. У нас проблемы. У нас просто жесть, какие проблемы. Так. В шкаф. Ну, где она? Странно. Была здесь, это ее палата. Черт. Она через окно ушла. Не может быть. Мы на пятом этаже. Не выпрыгнуть. Сообщи. Нам нельзя ее упустить. Выпрыгнуть можно. Все в порядке? Мэм! И сейчас он офигеет. О, да, друзья мои, эта глава была очень тяжелой. Вы солгали сцену или уклонились от ответа, вы заработали деньги честным путем. У вас хватило денег на горячий ужин. Вы помогли не всем после ужина. Вы спасли всех из пожара. Вы не пытались покончить с собой, вы победили хулиганов. Вы не стали рассказывать о Байдене 39%. Вам удалось сбежать из здания, вы узнали, что стало с хулиганами. Ну и что ж, друзья мои, я думаю, на этом моменте мы с вами и закончим. Но если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего.